Ребята, смотрите, сколько у нас много машинок-брудеров. А еще у нас есть пластилин Плей-До. Ребят, смотрите, вот тут есть Капитан Америка, Железный Человек, Человек-паук и Веном. С помощью пластилина Плей-До мы с Игорем поиграем в детектив. Правила игры. Мы будем брать пластилин Плей-До, раскатывать его на столе, потом брать машинку какую-нибудь из брудеров. И на пластилине оставляем след колес. А Богдан в это время закроет глаза. А потом должен угадать, какая машина проехалась по пластилину. Ребята, видите, сзади у нас пустые полки. Мы туда будем ставить отгаданные машинки. Ну что, начинаем? А кто же будет первым? Давайте разыграем на УЕФА. Ножницы, бумага и колодец лимонада. УЕФА! Я выиграл. Значит, я первый раскатываю пластилин. Выбираем пластилин. Я возьму фиолетовый. Так, немного. Так. И с помощью катка я буду раскатывать Плей-До. Так. Хорошенечко раскатываем. Пластилин готов. Богдан закрывает глаза. А я беру какую-нибудь машину с брудером. Так, я возьму. Богдан, открывай глаза и угадывай. Это трактор. Нет, это не трактор. Посмотри на след, Богдан. Это... Угадал. Теперь берем машину и ставим ее на полку. Богдан теперь выбирает пластилин. Я выберу красный. Это я подвигаю. Интересно, какую же он машину мне загадает? Я даже не знаю. Игорёк, закрывай глаза. Готово. Так, я открываю глаза. Так, может, от снегоуборочной? Нет, точно не от снегоуборочной. Может, от джипа? Нет, не от джипа. Может, от погрузчика? Сейчас я посмотрю. Так, да, этот след от погрузчика. Игорек угадал. Я беру синее Плей-До. Вот эти я Плей-До убираю. Ну, я тебе сейчас, Богдан, как загадаю. Раскатал. Теперь, Богдан, закрывай глаза. Я возьму все. Богдан открывает глаза. Нет. Угадал. Богдан угадал. Теперь Богдан берет Плей-До. Рядом синее Плей-До.
железного человека. Я знаю, какая будет машина. Гадаю. Берем, закрывай глаза. Все, берем. Так. Нет этого. Так. От этого. Угадал. Что-то одинаковые у нас на полочках стоят машины. Все, 2-2. Так, я беру красный плейдо. Человек-паука, я беру. Опа. Я, наверное, уже знаю, это, какой Игорек мне загадал. А нет, никогда. У тебя есть, у Богдана есть одна попытка. И у Игорька тоже одна попытка. Не угадаешь. Ой. Угадаю. Нет. Первого раза. Нет. Потому что я знаю, какую эту машину возьмёт. Так. Беру каток. Богдан закрывает глаза. Так. Я взял машину. Теперь проезжаюсь. Опа. Все, проехался. Богдан, открывай глаза. Вот это. Угадал. Ребята, я эту машину, ведь, конечно, ведь угадаю, потому что она осталась одна. Счет 3-3. Победила дружба! Ребята, вам понравилось, как мы играли? Пишите в комментариях. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока!